Дорогие друзья, почему жители и гости нашего города предпочитают отдыхать в ресторане «Тихорецк»? Может быть, потому что... А, впрочем, давайте не будем гадать, а зайдем в его уютный зал. Ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потому что здесь работают настоящие мастера, которые готовят так, что просто пальчики оближешь. Да потому что здесь, пожалуй, самый большой выбор алкогольной и безалкогольной продукции, причем, замечу, на любой вкус. Да потому что здесь прекрасный сервис и отличное обслуживание. Дорогие друзья, давайте спросим гостей ресторана, почему для отдыха всем другим кафе и ресторанам они предпочитают именно ресторан «Тихорецк». Здесь отличный сервис и хорошая кухня. Вы знаете, здесь вполне приемлемые цены. Здесь более 30 наименований холодных и горячих блюд. И вы знаете, тут действительно можно отлично отдохнуть, потому что тут очень хорошая музыка и действительно прекрасные музыканты. Да, здесь действительно звучит хорошая музыка, и здесь можно потанцевать от души. Уважаемые тихоречане, дорогие друзья, неумолимо приближается, пожалуй, самый любимый всеми праздник – Новый год. И от того, как вы его встретите, с кем и где, будет зависеть и ваше настроение в новом году. Именно поэтому, искренне заботясь о вас, Дед Мороз и Снегурочка приглашают вас в ресторан «Тихорецк», который берет на себя все хлопоты по подготовке праздничного застолья. И приглашает вас встретить Новый год в уютном зале, в тесной компании своих старых друзей, а может приобрести и новых. В эту ночь вы окунетесь в сказку. Вас, конечно же, придут поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Вы станете участниками бесплатной новогодней лотереи и разнообразных конкурсов. А на столах будет всего вдоволь и очень вкусно. Поспешите, заявки принимаются до 26 декабря. Все справки вы можете навести по телефону 229-72. Дорогие друзья, ресторан «Тихорецк» ждет вас. Ежедневно без выходных с 8 до 24 часов принимаются заказы. Приходите, и вы не пожалеете.